При себе выпускники имеют так же, как на любой другой экзамен, паспорт, ручку, ну, если нужно, питание и лекарства. Но лекарства при этом остаются в медицинской комнате, и по необходимости ребенок может принять их. Вместе с тем, сегодняшний экзамен проводится необычно. Здесь есть аудитории для подготовки к экзамену и аудитория проведения экзамена. Вот в аудиториях подготовки для обучающихся подготовлена специальная литература на иностранных языках, которую они могут почитать во время ожидания своей очереди.